Когда Сильвана Ветрокрылая стала вождем, я знал, что друзьями нам не быть. Но и вражды не хотел. А потом была бойня в Арате, сожжение Тальдрасила. Очевидно, что она сражается не за Азерот. И даже не за Орду. Она объявила войну самой жизни. Нет. Мы должны выяснить, что она задумала, и сорвать ее безумные планы. Сильвана не просто так заинтересовалась этим святилищем. Должно быть, она нашла то, что поможет ей обратить ситуацию в свою пользу. Что бы это ни было, мы должны ей помешать. Готовься. Скоро я снова призову тебя. Мы остановим Сильвану. Раз и навсегда. Альянс в шаге от победы. От того, чтобы положить конец этой распри и подарить Азероту мир. Еще один древний бог пробудился. Мрачные вести. Наш мир и так многое пережил. Рана в Силитусе. Война.